Друзья, всем желаю испытать такое счастье. Короче, забрал сына с роддома, жену. Сейчас сажу его на мотоциклет и едем домой. Всем добра. Что, друзья, наконец-то забрал сынулечку своего родного. Показывать никому не буду, пока мы с ним покрестим. Вот такая палата. Короче, тут на высшем уровне все бомба. Бомба-ракета. Туалет, ванная тут. Ну, красиво все, смотрите, покажу вам. Короче, все четенько, все как для людей. Тут даже он холодильник, смотрите, чик, все четко, сейфик, все дела. Вон тут можно покричать, помахать, но тут это не принято. И вот вам покажу, как тут вот, смотрите, сделана пеленальная комната, пеленальная, тут помыть, лампа вот включается, чтобы ребеночку было тепло. Ну, короче, все на высшем уровне. Спасибо большое герцогству Люксембургскому, врачам низкий поклон. И, конечно, спасибо большое любимой моей, дорогой. Люблю, обнимаю. Всем спасибо за поздравления. Мне очень было приятно, невзирая даже на то, что хейтеров чересчур много у меня. Ну, так сложилось в жизни. Но я думаю, со временем вы поменяете свое мнение кардинально. Всего вам хорошего. Обнимаю. Берегите родных, близких. Ваш Толя Солома. Все просто.